Приветствую каждого зрителя на своем канале, меня зовут Юлиана. Запрос на золотую долю. Денежные трудности наносят существенный вред эмоциональному состоянию. Если приходится жить в нужде, а доход оставляет желать лучшего, то неизбежно ухудшаются условия жизни, что не может не отразиться на уровне удовлетворения положением, в котором мы находимся. Многие ищут выход в поиске дополнительных заработков, смене работы, но и это порой не приносит ощутимых результатов. Нескончаемые денежные проблемы чаще всего говорят о неполадках в энергетических каналах, связанных с финансами. Вот если у вас именно такой случай, заработанный утекает словно песок сквозь пальцы, а попытки заработать больше не увенчаются успехом, то поможет обращение к высшим силам через запрос на золотую денежную долю. Практика проводится единожды, не чаще, чем раз в год. Делать нужно в период роста Луны и при полной готовности принять любые посланные вам изменения. Запрос не является волшебством, а лишь помогает расчистить денежные каналы, привлечь дополнительные возможности для заработка и дает необходимую информацию, которая помогает заработать, сохранить и приумножить ваши деньги. Можно сказать, что эта практика меняет уровень дохода не напрямую, а через ваши внутренние изменения. Итак, в день, когда Луна будет находиться в фазе роста, купите в магазине свечу зеленого цвета. И этот цвет выбран неспроста. Он символизирует собой жизнь, рост, прогресс и воодушевление, способствует привлечению изобилия и богатству. Когда в небе появится Луна, разложите на пустом столе все деньги, которые у вас есть на сегодня. Выложите все купюры, монеты до единой, с кошельков, карманов, заначек и прочих мест их хранения. Но только свои личные деньги, не чьи-то другие. В центр расположенных денег поставьте зажженную зеленую свечу. Сядьте рядом, сконцентрируйтесь на настоящем моменте. Посмотрите на деньги, лежащие на столе. Представьте, что они начинают увеличиваться. Купюры заполняют собой стол, монет становится в тысячу раз больше, и все начинает многократно увеличиваться и расти. Теперь ваша жизнь меняется. Вам хватает на все, что вам нужно, и даже больше. Уровень жизни поднимается. Далее переведите взгляд на горящее пламя и четко произнесите призыв. Здесь и сейчас, при исцеляющем пламени свечи, призываю Вселенную помочь мне. Проговаривайте свое имя. От бедноты уйти. Пусть найдет меня доля золотая. Ныне я легко притягиваю деньги и возможности. Открываются, растут и щедро вознаграждаются мои умения и способности. Мощное слово мое не сломать, не перебить. Как желаю, так тому и быть. Истина. Сказать нужно 3 раза. Свечку не гасим, пусть догорит до конца. После этого все деньги собрать и положить обратно в кошелек. Все. Призыв начнет свое действие в течение ближайших 3 дней.